Среди студентов медицинского колледжа также есть участники СВО. Пятеро из них, к сожалению, погибли на фронте. Совсем недавно на территории образовательного учреждения в честь них открыли аллею памяти. Чтобы потерь не было, студенты Ульяновского медицинского колледжа начали изготавливать для участников СВО талисманы – мягкие игрушки. Носить с собой обереги у военных считается давней традицией. Например, письма из дома всегда хранились прямо у сердца. Считалось, что любовь близких поможет защитить от пули. Надеемся, что и талисманы от студентов медицинского колледжа напомнят военным, что их ждут дома. Помощь фронту – дело привычное. Будущие медики отправляют военнослужащим посылки, в которых находятся не только продукты питания и лекарства, но и связанные самостоятельные вещи. Деньги на покупку всего необходимого студенты и педагоги зарабатывают сами. У нас очень развита волонтерская деятельность, и в наших ребятах мы воспитываем с первых дней умение сопереживать, умение помогать и быть милосердным. И только в активной деятельности, в проявление заботы об окружающих мы можем это воспитать. Сейчас в Центре гуманитарной помощи действует акция «Талисман солдату». Шить именно бегемотиков предложила студентка второго курса Айгель Сайпеева. Я в каждую проделанную свою работу вкладываю веру, надежду и любовь. Веру в то, что наши ребята скоро вернутся домой к своим семьям. Надежду в то, что скоро специальная военная операция закончится, и мы будем жить над мирным небом над головой. Такой талисман Айгель выбрала не случайно. Он является символом мужества и силы. Игрушки будут адресованы солдатам воздушно-десантных войск Ульяновской области. Каждому талисману приложат письмо. Дорогой солдат, прими, пожалуйста, мой подарок. Это талисман «Бегемотик-десантник». Носи его всегда с собой. Он убережет вас от бед и развеет страхи. Хоть я вас и не знаю, но все равно буду за вас молиться. Арина Леонова выбрала в качестве талисмана другое животное. Этот зайка очень похож на мою маму. Это зайка, это девочка. А мама это получается как символ чего-то будет? Символ, мама это как символ любви, как символ семьи, любви, то, что бойца ждут дома. Первая партия талисманов отправится на фронт в декабре. До этого времени студенты планируют сделать около 100 игрушек.